Важной частью солдатского походного снаряжения были котелок, ложка и кружка. В котелке можно было приготовить пищу. В него разливался суп или каша из полевой кухни. Во время перехода хранили хлеб. Большинство алюминиевой амуниции в годы войны производил завод «Красный Выборжец». Об этом говорят буквы «К» и «В» на ложке из музейной коллекции. Эти предметы были переданы фронтовиками, а кружка найдена севердвинскими поисковиками в местах боев в Ленинградской области.